Уважаемые земляки, дорогие друзья, как неоднократно избранный вами депутат парламента, как амич 7 лет, и теперь уже пожизненно, я хочу от всей души поздравить вас с замечательным днем нашего любимого города. Древний философ Сенека говорил: мы любим родину не потому что большая, а потому что своя. Вот так и мы. Мы знаем, что, как пел Вахтанг Кикабидзе, наверное, земли есть и краше, и теплей, наверное, есть, но нам других не надо. Мы гордимся нашей историей, прежде всего, героями Великой войны. Мы гордимся тем, что имя одного из них, Дмитрия Карбышева, стало главным в Омской области. И теперь этим именем назван наш аэропорт. Мы гордимся людьми труда, тысячами названных и неназванных героев труда, которые создали в нашем регионе один из лучших оборонно-промышленных комплексов, один из лучших нефтехимических комплексов, один из лучших агропромышленных комплексов. Мы гордимся нашей культурой, именами, связанными с Омском, Достоевского и Врубеля, Иннокентия Анинского и Роберта Рождественского и многих-многих других. Я особенно горжусь тем, что, несмотря на все проблемы нашего региона, 3 года подряд в официальных российских докладах о развитии человеческого потенциала наша область входит в 5 лучших по развитию образования. Я думаю, это наше общее достижение, товарищи педагоги, учителя, педагоги доп. Образования, вузовские преподаватели, преподаватели средних специальных учебных заведений. Хочется, чтобы мы удержали эту позицию. Правда, за нее тоже приходится платить. Люди с высоким образованием хотят достойно жить. И поэтому часть их уезжает в поисках тех регионов, где выше уровень жизни. Но мы совместно с губернатором и правительством Омской области работали и будем работать для того, чтобы при распределении национального богатства побольше доставалось тем, кто его создает, и поменьше тем, кто, что называется, на нем спекулирует. Или кто имеет головные офисы где-нибудь в Москве или Питере. Мы работаем для того, чтобы в Омской области строилось больше школ. В этом году дополнительную поддержку нашими усилиями получат несколько высших учебных заведений, в том числе Классический университет, Сибирский автодорожный университет, Педагогический университет и другие. Я рад, что в этом году по нашему обращению правительство Российской Федерации приняло решение избавить от рисков, связанных с основным государственным экзаменом, всех 9-классников и тех 11-классников с рисками, связанными с ЕГЭ, которые не будут поступать в высшие учебные заведения. Мы хотели большего, но это то, что получилось, а это все-таки несколько десятков тысяч наших 9-классников и 11-классников. В этот замечательный день я хочу пожелать мужчинам мужества и успеха, женщинам любви и обаяния, родителям счастья в детях, детям счастливых родителей, молодежи открытых путей, ветеранам уважения и трижды здоровья. Хочу особо поблагодарить в условиях пандемии докторов, которые самоотверженно боролись за наше здоровье и во многих случаях побеждали. И если когда-то Булат Акуджава говорил: «Ах, Арбат, ты мое отечество», то пусть отечеством для нас остаются наши омские улицы. Огнями горит. Я люблю наши омские улицы. В этот час, когда светят кругом фонари,
говоря, вечера в Подмосковье. Только в Омске не хуже они. Хороши, говоря, вечера в Подмосковье. Только в Омске не хуже они. Город сад, ветви яблонь, акаций, кленов. Город сад, здесь весной расцветают пионы. Город мой, здесь сады расцвели над рекой, тополя стерегут твой покой. Я не знаю, когда наша встреча сбудется, я не знаю, какой к ней короче маршрут, только знаю вечерние омские улицы. Знаю вечерние омские улицы, приведу, непременно к тебе приведу. С праздником, дорогие друзья!